днями Шишкова назвали калининцы празднование столетия со дня рождения своего земляка, автора известных романов «Угрюм река» и «Емельян Пугачев». На торжества в Бежецк, где провел свою юность Вячеслав Яковлевич Шишков, съехались со всей страны писатели и поэты, представители общественности. Восемьдесят лет назад уехал Вячеслав Яковлевич в Сибирь работать изыскателем и написал там свои первые рассказы. Сибирский край стал для Шишкова, по словам самого писателя, второй и главной его родиной, хотя многие годы своей жизни он провел в Ленинграде. Вспоминает жена писателя Клавдия Михайловна Шишкова. В 27-м году Вячеслав Яковлевич переезжает в детское село, ныне город Пушкин. В этом чудесном городе с изумительными парками он работает очень продуктивно и ежедневно. Здесь написаны повести «Странники», продолжен и закончен роман «Угрюм река». В Пушкине же жил Алексей Николаевич Толстой, Казьма Сергеевич Петров-Водкин, композиторы Шапорин, Богданов Березовский и Попов. По пятницам здесь устраиваются литературные вечера, на которых Вячеслав Яковлевич читал главы из «Угрюм реки», позднее Емельяна Пугачева. А потом были статьи и рассказы в ленинградских фронтовых газетах, работа над романом «Емельян Пугачев». Документы и реликвии тех лет собраны в Бежецком музее, открытом в дни юбилея. Праздником советской литературы, служению которой отдал свой щедрый талант Вячеслав Яковлевич Шишков, стал юбилей русского художника слова.